Что здесь ищете? Я колечко потеряла. Сняла, когда заливала бензин, и вроде положила в сумочку, но, наверное, оно выпало. А я опаздываю на самолет, и мне... Слушайте, я найду ваше кольцо и вышлю вам по почте. Я вам заплачу. Да глупости. $3000. Кольцо мне дороже машины. Да. Оставьте свой телефон. Да. Я его найду. Начну искать прямо сейчас. Мне как раз нечем заняться. Когда-то я чуть не женился. Но сейчас я свободен. Пока. Надеюсь, вы не опоздаете. Я знаю, что кольцо где-то здесь. А она в самолете и думает обо мне. Я перезвоню. Эй, вы нашли мое кольцо? Спасибо, я повсюду его искал. Ваше кольцо? Оно моей подруги. Я его вышлю по почте. А что я получу? 40, 60, 80, 400. Это все. В кассе больше нет. Теперь я очень счастлив. Я тоже. Класс. Сколько осталось? Сейчас посмотрю. Хватит, чтобы добраться до Калифорнии. Я себе такое хочу. Со скидкой всего 30 баксов. Удивительно, чего можно добиться с дешевой бижутерией и врожденной наглостью.